Всем привет! Сейчас отправляемся там на точку одну, хотим покататься или полетать на парашюте, когда корабль тянет за собой парашют, и мы на нем полетим сейчас. Don't pull it up. Я сниму, смотрю туда. Сыну помахать надо, союзнику нашему. Ох, красота, вода, смотри какого цвета. Расплескалась синева, расплескалась. Давай. По петлицам развелась. По погонам. Где там парашют? Вон парашют, видно? Хорошо, что не считает. Ага. Плавненько, все аккуратненько, четко. Ветерком обдувает, но уже. Красота. Сколько тут метров? Сто, ну что, пока на метр? Не, она по высоте не знаю сколько. Она же вон вытянула, видишь? Она в длину-то может быть уже и метров 80, а по высоте может метров всего лишь 70-60. Но. Интересно, тут уже глубина какая. Вот сейчас поднимаемся, ага, да? Поднимаемся, ну. Прикольно. Сына, привет! И доча, привет! И доча, о! Ух! Вот да. Это, держись, чтобы хорошо, да. Прикольно, красота! На такой высоте мы еще не летали. Но. Дину! Смотри, что это за пятна черные, да? Вон чайки вон внизу у нас летают. Чайки под нами. Мы даже над чайками. Но. Вот такая красота, ребята. Парашют вон разноцветный. Но. Смотри, вниз смотришь воду, как будто это вода, как будто облака, как будто небо, да? Вот? Ну, это что за черные дыры такие, пятна? Угу. Круто, да? На тебя смотрит кто-то? Помаши хоть всем привет. Всем привет. Скажи, кайфую. Кайфую. Первый раз так высоко. Кайфую. Ага. Вот на эти, походу, три островка мы и поплывем, как он говорил. А где этот?
маяк, он говорил, где-то стоит. О, смотри, какие домики прикольные. Сюда можно в них приезжать и жить, наверное. Не страшно, не укачивай. Не, а тебя? Меня пока нет. Меня тоже. Круто, да? Вон, ребята, тут выход в открытое море. Вот там где-то вдалеке здоровенный кабель, кораблик виднеется, да? С горизонтом сливается. Надеюсь, к акулам не упадем. Не, погода отличная, 32 градуса. Вон, видишь, эти вон в такой ямке лагуни купаются. Вот тут надо искать вон кораллы, где вон пацан плавает, видишь? И рыбок снимать. Вот это вот что за... Интересно, что это за черные пятна такие? Это бунгало, наверное, да? Наверное. И что это, хочешь сказать, 100 метров, что ли? А? Вон прогулочный кораблик, видишь, вон? Эти, смотри, на веслах вон плавали, походу, на тот остров. Вон машут, да, мама. Снизу. Ага. Интересно, тут глубина какая, да? Красиво так, конечно. Классно, да? Вода, смотри, цветом какая четкая, да? Красота, да и только. Полной грудью вздохнуть морского воздуха. Особенно с таким парашютом. Не, я думала, обычно, если там где-нибудь высоко стоишь, как-то уже голова кружится. Эти уже далеко уплыли, смотри. Там написано, если у них это берешь корабль или что-нибудь такой катер, да? 300 метров от берега ты можешь максимум плыть. Если это считается типа. А эти уже дальше, чем 300 метров. А эти едут, смотрят, я помахал. Короче, написано, если больше 300 метров уедешь, то тебе могут дать штраф 850 евро. Если у тебя вот эти по. Если вот это поймаете, а полиция, которая... Потому что на воде ты так далеко не имеешь права ездить без всякого там, ну, шайна и всего, короче. Смотри, цвет воды темнее становится, да? Огонь, все, короче, ребята, спускаемся вниз. Быстро так, да? Ну, огонь. Сейчас он выровняется туда, чтобы нас подтянуть ровно. Я вообще что думала, что будет меня перевешивать, ты же тяжелее, а мы висим. Да нет, тут ты парашют, смотри, купол какой здоровенный, как он тебя перевесит. Только мои 100 килограмм ничего тут не значит. Сейчас мы тут нырнемся, ножки помочить. Огонь, да? Круто. Вода вообще класс. Круто. Пойдем. Круто, спасибо. Давай, иду. Вазик, да. Сприхте, дочь? Заги, да, сестра, Вазик, вида блик из фонобин. Да, sehr gefallen. Давай, Дину!
себя на лбу отдавила от ремней. Полосатый весь. Теперь папа он летит, как мы летали. Второй по очереди. Маска. Ну что, деду, как там? Приземлился. Нормально? Все? Нормально. Я искал, что корабль затонувший. Не нашел, да? Не ушатало. Не понравилось. Лё, деда, кемпинг-класс, видите, все стоят на кемпинге? Там прикольные домики есть такие, да? Да, сверху вообще круто было, смотри. Смотрите, здесь глубина, кстати, не сильно глубоко, смотри. Мов все видно вот. Ну хотя так да, на взгляд, там может метров 6 есть, да? Да, да, да. Нифига себе. Ну что, друзья, вернулись мы. Гуляем снова по земле. Прикольно было, классно, понравилось. На парашюте полетать.